Итак, приступаем к тестированию. Погода не самая благоприятная, к сожалению. Ветерок, снежок. Но наша задача сейчас, главное что? Откалибровать компас. Откалибровать компас. Вот. Оттормировать не получится. Ветерок. Ну, может быть и получится. Это, как вы заметили, модель Сима Матек 405, восстановленная после крэша, который был здесь же, на этом поле. Вот. Сейчас, потом я позже расскажу. Так, хорошо. Сейчас вот мы проведем калибровку. Все, поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Все. Калибровка закончилась. Перегружаем. Так. Подключаем передатчик. Вот. Я не знаю, сейчас. Вот так вот. Включаем. Оба-на. А чё, нету? Передатчик работает, камера нет. А, блин, и что ж такое, почему не работает камера? Плоховато. Ну, без камеры. Так. Тяжело, конечно, ориентироваться без камеры. Вибрация. Что-то какой-то грохот такой. Что-то мне не нравятся эти настройки совершенно. Вибрация. Камера у меня не заработала. Что-то удержание такое, так себе. И моторы мне эти не нравятся своим креплением. Ага. Так. Тримировать надо. Надо. Летит вперед. Значит, надо тримировать полет назад. Что-то какой-то. Или от винтов. Может быть, от винтов. О, ветерок его сдувает. Ветерок его сдувает. Что-то управление, конечно, дерьмо. Что-то непонятное даже.
Так. Летит вперед. Так, хорошо. Попытка номер два. Сначала сделаем повторную калибровку компаса. Соединяем. Подключаем. Вчера у нас не работал передатчик. Минусовой провод был оторван. Проверяем сегодня. Пришлось изменить изображение. Есть? Спутников пока нет. Изображение. Опять спутников. Так, спутники есть. Можно взлетать, можно армиться. Что у нас тут показывают? Ага. Высота, направление. Что-то не понял. Направление к дому показывает куда-то не туда. Так, 98%. Пришлось заменить винты. Пришлось установить новые. Так, сразу. Стоковые параметры ПИДов пришлось установить. О, как заносит. Значит, надо увеличить. Ага, не соответствует. Не соответствует. Значит, надо в два раза увеличить. Будет. Видите, вокруг своей оси, как его носит. Тут вроде бы все нормально. А вот когда он начинаем его вращать, и что-то его так мотает, точку не может найти. О. Так что эти пиды не подходят однозначно. Что у нас тут показывает? Спутников 11. Направление до дома 2 метра. Высота 4 метра. Ага. Время в полете показывает. Минута 27. 3,8 на банке. 11,4. 55% аккумулятора. Ну. Туман. Ну, тут вроде бы сейчас. Как его заносит? Куда он полетел? Положение стика. Положение стика 44%, он висит. Вот 43 он поднимается. Что-то. Я, наверное, там не выставил. Это не может быть. Он до 50% у меня должен висеть. Он 50% начинает. 44 висит. 45. Так, ну давайте посмотрим, что у нас получается при отключенном GPS. Ага, тримировать надо. Летит вверх. Давай попустим. Опустим его. Опускаем его потихонечку. Оттримируем, потому что ветра практически нет. Так. Так, он идет вперед. Значит, надо.
перезагрузили еще раз. И что такое? А, блин. Ну так бы и сказал сразу. О, удержание. Все равно вперед летит немножко, да? Все равно вперед летит немножко. А, если его слишком, блин, слишком его разворачивает, значит, хорошо, подлетаешь, как насчет вибрации, немножко, немножко. Так, все-таки точку держит хреновенько. Чего болтает? А, чего болтает, не знаю. А выставим, попробуем выставить так, как на Боинтосе. Параметры. Потом проверим. О, видишь, как его болтает. Хорошо. Ну. Можно проверить возврат домой. Попробуем проверить возврат домой. Вот он набирает высоту. Посмотрим, как он будет возвращаться. Развернулся. Возврат домой. Вот, возвращается. Ось. Так. Ну вот. Все, отключил я возврат домой. Так, надо увеличить. Болтает его. Он как его болтает. Болтает, болтает. Очень сильно болтает. Итак, следующая попытка. Пидах изменил только значение яв. Вот мы и проверим. Сейчас как нам поставил новый аккумулятор. Ну, как свежий. Из тех, которые у меня последние и которые не соответствуют заявленному объему. Вот сейчас мы и проверим, насколько они, что у нас со спутниками, можно армиться. Ну давай. Сразу перешли. Все равно, блин, паяв мотает его, блин. Что же надо убрать? Так, это непонятно мне. Вот солнышко появилось. Что-то видно меня уже в камеру. Так. Не получается у нас
Надо будет посмотреть, что же с этим вращением. Вот когда... О, его что-то носит, блин. Я поворачиваю по яв, а его носит по... Значит, все-таки много. Так, хорошо, ладно. Пока сколько у нас тут заряд? О, уже на 40% просел аккумулятор. Медленно поднимается. 25-ки. И что-то. И связь не очень. Так, хорошо. О, связь отвратительная на этом приемнике. С этими антеннами опускаем обратно. Раньше было лучше. Значит, надо другой приемник. Меняем. Что у нас тут по времени? Летает. Минута 40. Ой. Скаю. Болтает там. Вот здесь что-то у меня или мощность на передатчике неправильно выставлена, я не знаю. Но надо проверять. ФПВ надо регулировать. Так, что у нас? 50% мощности аккумулятора. Ну, так вроде висит нормально, да? Висит нормально. Вибрации я такой не вижу. Хотя вот по кабелечкам можно определить, что вибрация есть. Ну, не сильная, может быть, но есть. Как вот он, удержание точки. И сразу его вращения пошли. Но это же ненормально, ненормально. Выставим, попробуем выставить пиды так же, как на Боинтосе. Вот, вот, болтает, болтает, все это. Это нехорошо. О, как его кругами носит. О, как его кругами носит. Что я не пойму. О, пролетает точку остановки и возвращается, потом ищет ее. Так. Так. Удержание высоты. Стик у меня 45%. А, я чуть его приподнял. Он медленно, медленно поднимается. Все-таки на 50 он держит вот на 44-45. А, как его вертит, блин. Как его унитазит. Как его не тазят, блин. О, он вокруг меня пролетел уже. Ну и что, это ж не должно быть. Может, калибровку сделать по новой. Надо посмотреть.
Давай будем сажать на зеленую лужайку. Ну, висит вроде как, но все равно, блин, так не ахти, чтобы, да? Ну, держание высоты вроде бы работает. А что до дома 12 метров, блин? Что? Так отошел от места взлета. Барометр, метр держит четко. Хотя точку не совсем, вот его колбасит, колбасит. Аккумулятор, расход, так, 5%, 10 минут летает, 4%, ну, летал активно, пусть повисит, 0, 10 минут с половиной, 0%, 3,3, 9,8, в принципе, до 9 можно разряжать. Все. Ну ничего, еще 3,25. Хорошо. Все, хорошо. Хорошо. Так. Итак, сегодня третья попытка. Думаю, заключительная на сегодня. Жарко становится даже. Вот. Итак, подключаем аккумулятор бентосовский, этот на 200 миллиампер часов. Заменил передатчик, поставил личиновский, вот убрал тот, посмотрим. Так, что у нас тут? Спутники, 10 спутников, можем армиться. Пиды поставил по бентосу, посмотрим, как они. Опа-на. А что такое? Все вроде показывает. Инвалид питч. Недопустимое значение питч. Ну хорошо. Нет, значит нет, блин. Еще одна попытка. Неправильное значение по питчу. Не знаю, каким образом там вбилось 255 вместо 46. Хрен его знает. Не знаю это. Вот, а сейчас иду, думаю, я сохранил или не сохранил. Изменить изменила. Сохранил я или не сохранил? Если не сохранил, больше, наверное, попыток делать не буду. Пошла. Ну, сейчас заармимся. Заармились. Хорошо. Ну, все равно сносит, блин. Не. Что ж такое? Ну что, мы имеем. Ну-ка, как-то давай повернем так, чтобы мне солнце. Ну и что-то. Как-то так вот это.
раз. Вот пролетает, да? Пролетает. Но какой при съемочке, при скорости небольшой. Ну, давай посмотрим, что у нас с картинкой будет. Она поднимается. Картинка. Не фонтан. 40-50 метров. Что-то помехи. 60. Картинка есть, но помехи 75. 100. 107, 110. 4. Картинка есть. Ладно. Спускаемся. Если потих... Что-то, блин, его болтает как-то. А ну-ка. А, ветерок. Поддувает ветерок. Вот он. Видно, не видно, не знаю. Вот он снимает. Как-то его, блин, вращает. Надо будет уменьшить эти значения или увеличить. Надо почитать. Посмотреть. Так, что у нас тут по показаниям? 5. Ну как-то с вибрацией дело отстоит. Ну есть, но я не знаю, тут ее больше. Сколько? 46%. Стика и удерживает. А если уменьшить там обороты, пока добиться вращения по яву идеального не могу. Но так вроде как висит ничего, да? Что, уже все? 11:00. Быстренько что-то с этими моторами. С этими моторами слабоватенько. Или здесь настроечки. Так, не есть хорошо. Ладно, вывод будем делать.